Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня у меня необычная передача. Сегодня мне желанно с началом учебного года поздравить наших дорогих родителей и школьников. И, как вы понимаете, мое слово будет обращено непосредственно к ним, нашим дорогим ученикам. Дорогие ребята и девчата, вы сегодня на линии старта. Вам предстоит преодолеть новый марафон – 9 месяцев прилежной учебы, каждодневного труда. Для кого-то этот учебный год первый, и вы переполнены эмоцией и радостью. Для кого-то уже последний, поэтому вы смотрите с легкой иронией, а может, кто-то с трепетным чувством, поскольку это последний год детства, и впереди взрослая жизнь, за которую вы будете отвечать полностью сами. Годы ученичества в школе – важнейший этап в жизни каждого. Вы приобретаете знания, умения о том, как он устроен, и эти знания делают вас умнее, привлекательнее. Но главное, вы за это время формируете свой характер и воспитываете свою личность, учитесь жить по-взрослому. Вы и только вы определяете, каким человеком хотите стать – творцом, строящим будущее, или пассивным потребителем, умным или глупым, добрым или злым, честным или льстецом. Вам даны 11 лет. 11 лет не для мучения над контрольными работами, а чтобы понять, что неудовлетворительная оценка ставится за лень, за эгоизм, который мешает хорошо учиться. Плохая оценка оценивает вас как человека, который никого не любит, и наоборот – хорошей оценкой награждается упорный труд и желание быть профессионалом. Оцениваются ваши качества. Вам даны целых 11 лет, как я уже сказал. Даны, чтобы разобраться в себе, что вы умеете лучше всего и чем хотите служить своей стране. Кем хотите стать, чтобы приносить пользу своему народу? За эти годы вам обязательно нужно научиться общаться, дружить, помогать друг другу, защищать слабых, выстраивать доверительные отношения с учителями. И вся наша сила – в любви, в умении жалеть друг друга, помогать друг другу, поддерживать друг друга. Быть настоящим человеком на самом деле очень трудно. И это тоже наука. И школа – это лучшее для ее достижений место. Потому что учителя вам помогут решить проблемы, исправить ошибки, подскажут, как лучше поступить. Напутствуя вас на новый учебный год, хочу пожелать: храните в своем сердце мудрый завет святителя Кирилла Туровского. Не красивой одеждой будь славен, а добрыми делами. Поздравляю и учителей,
и родителей, и школьников еще раз с новым учебным годом. Желаю вам мира, мирно, вместе, дружно дойти до майского финиша с добротными знаниями и добрыми навыками, с чистой душой и хорошим настроением. С Богом в добрый путь! Храни всех нас, Господь! Малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.